Вы согласны, что трудно представить кухню современной хозяйки без контейнеров для хранения сыпучих продуктов? В данном видеообзоре я хочу представить вам новинку, которая обязательно должна появиться на вашей кухне. Коллекция контейнеров Twist & Fresh – лучшее решение для организации хранения разнообразных круп, макаронных изделий, растворимого кофе или в зернах, различных видов чая и других сыпучих продуктов. А также контейнеры Twist & Fresh прекрасно подойдут для хранения зефира, печенья, орехов, сухофруктов и других сладостей. В коллекции представлены контейнеры объемом 180 мл, 720 мл, 1,2 литра, 1,8 литра. Дизайн контейнеров Twist & Fresh продуман до мелочей. Особое внимание занимает уникальный и простой механизм крышки. Открыть контейнеры получается легким движением. Нужно повернуть крышку на 90 градусов против часовой стрелки. Чтобы закрыть контейнеры, нужно повернуть крышку на 90 градусов по часовой стрелке. На крышке есть пиктограммы, которые подскажут, как правильно открывать и закрывать. Обратите внимание, что в закрытом положении отметки совпадают. Конструкция крышки обеспечивает 100% герметичность, благодаря чему сохраняется свежесть и аромат ингредиентов. Исключается попадание влаги на сыпучие продукты. Изделия данной коллекции выполнены из материала высокого качества. Он легкий, но очень прочный по сравнению со стеклянными контейнерами для хранения. Контейнеры Twist & Fresh имеют прямоугольную форму и плоские крышки с углублением, что позволяет удобно поставить контейнеры друг на друга, а значит сэкономить место при организации хранения и навести порядок на полках. Контейнеры удобно держать одной рукой, а широкое основание с закругленными углами позволяет легко извлекать продукты и наполнять контейнеры. Благодаря прозрачному основанию контейнеров и смотровому окошку на крышке легко увидеть содержимое контейнеров на 360 градусов. Чтобы контейнеры Twist & Fresh как можно дольше сохраняли свой первозданный вид, мы рекомендуем следовать следующим рекомендациям. Используйте контейнеры только для хранения сыпучих продуктов и сухих ингредиентов. Контейнеры Twist & Fresh не подходят для хранения красящих специй, например, паприки, ингредиентов с имбирем, лимонной кислоты. Не храните продукты с крупной сахарной крошкой, например, крекеры или мармелад и другие продукты, которые могут повредить глянцевую поверхность изделий. Перед мытьем разберите крышку. Для этого поставьте ее в открытое положение и поверните еще на 45 градусов против часовой стрелки. Вы услышите три щелчка. Снимите фиксатор крышки, силиконовый обод и часть со смотровым окошком. Мы рекомендуем мыть контейнеры Twist & Fresh вручную, мягкой стороной губки без абразивных моющих средств. Насухо вытирайте все части изделия перед тем, как собрать и повторно использовать. Контейнеры можно мыть в посудомоечной машине, обязательно при деликатном режиме. Рекомендуем сразу после мытья вытереть насухо все части. Чтобы собрать крышку, поместите силиконовый обод на часть со смотровым окошком. Поместите сверху фиксатор крышки, так, чтобы логотипы Tupperware совпадали. Поставьте верхнюю часть крышки и поверните ее, чтобы отметки на крышке совпадали. На фиксаторе крышки есть подробная схема, как собрать крышку. Контейнеры коллекции Twist & Fresh – практичное и стильное решение для вашей кухни. Эти неотъемлемые помощники создают оптимальные условия для сохранения продуктов от излишней влажности, сохраняя их свежесть надолго. Помимо этого, данные контейнеры дополняют интерьер и экономят место при хранении на открытых кухонных полках, в кухонных шкафах и выдвижных ящиках. С удовольствием хочу поделиться новостью, что у вас есть уникальный шанс собрать всю эксклюзивную коллекцию уже в июле. Выходите на высокие уровни продаж в период с 27 по 31 неделю, с 5 июля по 8 августа, и получайте все подарки. Желаем вам успехов!